Когда я только начинал, то в курсах или книгах я искал волшебную кнопку, которая пустанет мой скилл. Или поможет найти ответы на некоторые вопросы. И в итоге все курсы сводятся к одному, что создание модели — это просто множество элементарных операций и что никакого чуда нет. Многое зависит от вашего терпения искать, исправлять, добавлять и совершенствовать модель.